спонсор рубрики «Финансовая группа Сберегательный союз». Сбережения под 19,95 годовых. 80% российских семей не могут позволить себе новые автомобили. Лишь каждая пятая семья может позволить себе купить недорогую новую машину. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг по доступности покупки нового автомобиля в регионах России. Среднюю по стоимости машину могут позволить себе приобрести чуть более 6,5% семей. А претендовать на автомобили дороже 5 миллионов может лишь 1% населения из регионов-лидеров, таких как Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, где традиционно высокие зарплаты. Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства, которым предлагается обнулить экспортную пошлину на пшеницу с 15 сентября. Срок обнуления до 1 июля 2018 года. Как говорится в документе, объем ресурсов зерна позволяет не только полностью обеспечить потребности страны и поддержать необходимый уровень переходящих запасов, но и обеспечивает существенный экспортный потенциал до 35-40 миллионов тонн. В то же время массовое поступление зерна нового урожая привело к резкому снижению цен на внутреннем рынке. В июне-августе в европейской части страны пшеница подешевела на 20-30%. Как считают авторы документа, текущие темпы экспорта не позволяют убрать излишки зерна с рынка, а экспортная пошлина фактически не оказывает регулирующего воздействия. Рубль практически не изменился к основным валютам на фоне стабильных нефтяных цен. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком со 2 сентября, составляет 65 рублей 25 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 31 сотую копейки. Стоимость европейской валюты, наоборот, понизилась на 31 сотую копейки по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центральным банком на завтра, составляет 72 рубля 68 копеек. Да и вообще, на всякий случай. Финансовая группа «Сберегательный союз» – забота о стабильном будущем. Принимаем сбережения под выгодные проценты 19,95 годовых. 8 800 5 000 9 7 7.